В рамках Дней Азербайджана в Москве, приуроченных к 30-летию становления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, на сцене музыкального театра «Геликон Опера» прошел гала-концерт «Музыкальные звезды Азербайджана» на московской сцене. Мероприятие организовано фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в России. Произведения азербайджанских и российских композиторов исполнили народные и заслуженные артисты Азербайджана Джейла Сеидова, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эльвин Ганиев, Сахиб Пашазаде, Шахрияр Иманов, Юсиф Эйвазов и Мурат Адыгизалзаде. Дирижировал Фуат Ибрагимов. Заслуженный деятель искусства Азербайджана, председатель правления Азерхалча, художник-галерист Эмин Мамедов подчеркнул, что культура объединяет государство. Мы сегодня на сцене «Геликон оперы» увидели азербайджанских звезд на московской сцене. Мы все получили удовольствие, потому что наши звезды, в основном, даже которые были представлены здесь, это живущие в Москве, они связали русскую и азербайджанскую культуру, потому что ничего больше не сближает, как мосты культуры. Журналист и ведущий телеканала «Культура» Владислав Флерковский поделился впечатлениями от концерта. Я из Москвы почти не вылезаю, работа не позволяет. Но я, как выросший в Баку, бакинец, врожденный бакинец, скучаю и жду не дождусь, когда я услышу мотивы моего детства. И с удовольствием хожу на такие концерты, где в концентрированном виде та музыка, которая сопровождала мое детство. Как я могу не любить такие вечера? Всегда хочется большего. Всегда хочется еще большего в таких случаях, особенно когда речь идет об Азербайджане, стране, которая, где я вырос. Хочется большего. Это моя главная оценка. На самом деле, недостатков в таких вещах не бывает. Недостатков в контактах между людьми, между цивилизациями, можно даже так сказать. Хотя мы все европейцы, казалось бы, да? Но недостатка в контактах не может быть. Всегда хочется больше, 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 еще больше.